Чё, снимаешь? Да. Короче, теперь мы сами будем зарабатывать на жизнь, без мудаков и козлов. Наш труд будет стоить больше пачки чипсов. Я вам говорю, еще какие-то пару лет, и у нас будут виллы, золото, спорткары. И, конечно же, женщины. Больше никакой хохмы. Теперь все будет по-серьезски. Че, не протрезвел, что ли, еще? Наверное, мы начнем, как наш прошлый работодатель. С тупых пафосных видосов. Но это же много ума не надо, да? Что-то хрень какая-то выходит. Сам знаю. Нам нужна острота. Что-то будоражащее ум. Ты слышишь? Чё? Здесь наш общий знакомый. Пойду поздороваюсь. Привет, сука. Ты бабки пришёл отдать? Чё? Я тебя сейчас бетон закатаю, бабу. Отойди. Давай ты мой честно заработанный. Ты уже заработал. Ах ты, падла. Смотри, череп. Вроде отстали. Ты хотел остаты. Получи. Это не смешно, дурила. Я сейчас чуть не сдох. Вот это было бы реально смешно. Хватит. Ты все снял? Да. Показывай. Блин, я походу забыл запись включить.